Зачем я сюда заехал? Блядь, Дим, блядь. Дырку закрой! Пока съем, извините, съем. Все, в тюрьме, пацаны. Мы посадили его в тюрьму, все, он в тюрьме. Ты слышал о GTA RMP на мобильных телефонах? Да, такое есть. Озвучу несколько пунктов, почему стоит обратить внимание именно на эту игру. GTA RMP абсолютно бесплатная. Это игра про Россию. В игре имеется голосовой чат. На данный момент у единственных из мобильных проектов. Все автомобили, что и в реальной жизни. Плюс абсолютно любой тюнинг на них. Чип-тюнинг, занижение, внешний тюнинг и так далее. Теперь играть можно где угодно. В машине, в автобусе, в метро, школе, в парке и так далее. Простая установка буквально в два клика. Также на автомобиле можно устанавливать винилы, изменять тонировку, цвет фар. В игре ты сможешь быть кем угодно. Доставщиком Яндекс.Еды, полицейским, военным и даже бандитом. Также можно участвовать в битвах семей за рейтинг и призы. Покупать топовые бизнесы и много другого имущества. Переходи и играй прямо сейчас. Активировав промокод Quantum, он будет в описании, ты получаешь 120 тысяч в подарок на быстрый старт. Ссылки и промо в описании. Привет, с вами Quantum. И встречай, долгожданные кошки-мышки в GTA 5. Или же ограбление Веспуччи. Для тех, кто не знаком с режимом, вкратце расскажу. В игре принимает участие две команды. В первой команде, команде мышек, один игрок на маленьком автомобиле должен собрать 15 чекпоинтов за отведенное время. Вторая команда – это полицейские, три участника. Их цель – не дать игроку на маленькой машине собрать все чекпоинты за отведенное время. Мы будем начинать. И захочешь увидеть новую серию, давай наберем 50 тысяч лайков, и я иду снимать новый выпуск с ограблением Веспуччи. Или же кошки-мышки. Не забывай про подписки, чтобы не пропустить новые ролики. Поехали. Так, значит, наша цель – поймать мышку и не дать собрать все чекпоинты. Ямана далеко. Мышка. Вижу, козла, вижу. Щеми его страшной силой. Чё, Антон, договаривайся, как всегда. Конечно. Здравствуйте. Щеми его. Блядь, не тому, вот так вот. Схемов, ты нас зачем бьешь? Мы свои. Ему тоже, блядь, бей своих, чтобы чужие боялись, да. Да, меня не щеми, не надо меня щеми. Слышь, приехал в эту херню. Езжай прямо, прямо на перехват работаем, пацаны. Через правую. Да. Нажми, блин. Здорово, Антон. Да не меня же, блядь, алё, схема. Да вы что делаете, схема, разворачивайся. Разворачивайся, схема. Разворачивайся. Здравствуйте. Здравствуйте. Пацаны, работаем. Где второй? Схема, ты где? Третий, вернее, наш. Почему я развернулся и не хотел на перехват? Я езжу, я не понимаю, где чекпоинты, как их брать, какой оптимальный... Иди сюда, немедленно останови машину свою. Именем жопы схемы приказу остановиться. Вот, держи! Что это было? Что за карта странная? What the fuck? Непонятная. У него три чекнюха! И куда я в челку? В дырдочку улетел. Держи его. Я застоял, пацаны! Это главный проезд. Здорово, схема. Схема, выпусти меня, схема. Ты держишь меня, я не могу выехать, схема. Понятно, я застрял. Антон, давай на меня заворачивай. Ни хрена себе, ты его под... Твою мать, я перекинулся. Ой, я рулила, какой нифиговый. Ой, блядь, этот квантум нам заруинил всю карту. Я тебя даже не трогал, ты меня сбивал постоянно. Не мог поймать. Не мог. А ты не мог? Чекпоинтов, Антон, ты там не херел ли, что ли? Часом. Да их, блядь, они так расположены, тупо это пи***ц. Пошел нахер. Лови драного ублюдка. Я не драна, я Антон. Драна, Антон. Хорош, Даня, поджимаем его. Это схема, когда он так стоит ратом боком, в него не нужно врезаться. В него аккуратненько подъезжаешь и щемишь его, чтобы он переспал. Вот так вот работаем по нему. Вот так, тихо. Закрывай схему, красавчик. Идеально. А он что случилось? Он 20 секунд потерял. Падаю, отвалите от меня, блядь, я маленький, никого не трогаю. О, давай, о-о-о. Давай его в пальмы. О, держим его, он уехал. Себя подержи, блядь. Вот так, вот зажимаем. Давай. Вот так. Тратим его время. Не мог перекрыть тот проход. Он бы вылез. Что такое? Чё, блядь, с лицом у меня. Расстроенное лицо. Ой. А, что ты в пальму врезался? А, это ты врезался, ладно. Да, это я врезался. Амиго дал газу ему. Ну ты... Я ему ничего не давал, я у него взял. Развернул его нормально. О, перевернул, все. Видишь, что мы с ним делаем? Нихера себе, просто дрочим пацана. До последнего. В меня не надо врезаться.
О, хорош. Би, работай! Би, короче, где-то не там работает, ладно. Да-да-да, не с той стороны работал. Не, хрен ты куда уедешь, все. Хорош! Идеально, пацаны! У меня выдавливает, все. Блин! Понял, блин, умер, сука. Какой злой маленький, агрессивный машинка. Доброта. Маленькая чуча злая. Что такое доброта? Доброта. Ты идеально просто! Кармашек его! Да ты что, меня блокируешь? О, схема за рулем! Не хочу! Не люблю! Нет! Так, давайте вы мне фору дадите минуты 4. Всего 4 минуты схема. Вы готовы? Поехали! Да! Бодрить схемово. Ты говоришь, что научишь нас водить. Давай посмотрим. Он меня должен научить водить. Водить я не умею ездить. А куда он поехал? Схема, ты... Здорово, брат. Привет, брат. Вы что, издеваетесь надо мной? Ты уже его поймал? Да, уже поймали. Даня, надо не в стену. Я зато Би поймал. Схема, вы что, спасибо, Даня, спасибо. Нормально, я тебя поймал, Би. Теперь ты пойман. Схемушка, идите сюда, надо поговорить, схемушка. У него же целый один чекпоинт, ого-го. В башню идите все. Куда ты влетел, да, тормоза, блядь, придумали в 825 году? Люди 825 года, блядь. Да идите, ну все, держим. Ну все. Запихни его туда. Да все, хорош. Тебе домой надо, загони домой. А Схема выйдет погулять? Не выйду гулять. Ну выйдите, пожалуйста, погулять. Схема, время тик-так. Проехать, блин. Ладно, Схема, выходи. Схема, и погнали дальше. Ну я неплохо поймали достаточно сейчас. Спасибо, ускорил. Не-не, ну схема, ну подожди, вот. Ой, схема. Ой, да здесь у него выезда нет, кстати. Есть. А, нет, есть. Стой, Би! Дай чуть-чуть. А, нет. Ой, там чекпоинт, не пихни, Антон, там чекпоинт у него. Блин, за вас сашка! Ладно, давай. Не жди ты, блин, мне там чекпоинт! Не надо, не выпускай его! Вот, спасибо. Теперь респаун. Да не, вот что за... Ну ладно. Блин, да что ты так, ты же видишь там дырка, блядь, размером... Ты дырка, это Би дырка у нас в нашей правоохранительной системе. Да ты что делаешь, а, блин? Да ты, Антон, блядь. Куда собрался? Ну ты понимаешь, что мне надо рулить? Ты куда ты в меня врезался? Ой, я засмотрелся на второй экран. Я тоже. На говно похоже. Нихера себе, Даня, осуждаю. Че ты в меня врезаешься? Че тебе плохого сделал? Да ты ж мышь. Я вообще заехать не могу, блин. Би! Антон, самый нормальный сотрудник. Антон, повесь тебя на доску почета. Может, вы все пойдете в сранник? Би прикрывай и сам газу ему дает, блять. О, привет, Схем, пока, Схема. Все, я забрал его. Би, самое бесячее создание на Земле. Он тебе помогал несколько раз. Откуда вечно вылезет, прям подожмет, блин. Красиво. Еман тебя поймал. У меня чекпоинтов миллиард еще. Кого? У тебя их 5 всего. Каких 5? Калорифер. Что такое калорифер? Пошел он, блядь. Держим. Пожалуйста, съебните все, блядь, да по домам. Пока, Схема. Схемушка, подожди, давай, ты мне денег, а я тебя выпущу. Да пока, Схема. Нет, Схемушка, давай ты мне денег, и я сдамся. Это просто ор. Хорошо, пока. Схема хорошую стратегию придумал. А, дырка размером с Манхэттен, блядь. Да я нормально. Не могу, я застрял. У него 27 секунд осталось забить дырку на Манхэттен. Просто все, пацаны, поехали пончики хавать. Тебя долбить одно удовольствие. Не в том смысле, конечно. Ого. Иди в жопу. Доблестная полиция на своем месте. Схема, еще один чекпоинт взять. Крутись, стекло не попади. 12 чекпоинтов. Еман, блин, ну откуда это вещь-то берется, блядь? Это жесть. Это жестко. Антон, чпокай его, там Би за рулем маленькой пердульки. Я буду его прям чпокать, да. Прям сильно. Чпокайте меня, пацаны. А чё с чекпоинтами реально? What the fuck, мазафак? Да, здорово, я сам в был. Синенькой в этот раз. Синенькой. Синенькая цель. Синенькой, идите сюда, синенькой. О, там у тебя сейчас жопа сгорит. Поймайте его, я промазал. Би-б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 и.
Ты смотри, я хитрый. Я поехал в нормальное место. Отличное место, пацаны. Там его чекпоинт. Давай, я туда не поеду. У него же два чекпоинта. Не, у меня не два чекпоинта, у меня один чекпоинт. Да, сколько? У тебя два чекпоинта падало. Спасибо, спасибо, брат, что пихаешь вперед. Спасибо за помощь в этом сложном деле. Прям в магазин гуд. Забирай его, забирай. Не врежься, пацаны. Не влетай так в мяч, держим. Это что такое? Это уже чисто наработанная схема, пацаны. Год 3, в коробочку уберем. Еду в магазин Гуччи в Санкт-Петербурге. Гррррр! А чё у него синяя, у меня красная была? Слышишь, чё, блядь? Ты зачем меня выбрал? Я тебя выровнял сейчас. Схема там воюет со мной. Счастья вам, здоровья. Специально выкинул с трассы, свой же. Да идите вы в жопу, алё, пацаны, хватит. Схема, давай, хорош. Пинай его, пинай. Главное просто пинать. Арре, харе, не надо меня пинать. Пинаешь, это хуже, чем вот щемишь, потому что скорость теряется, ему выезжать надо, нервничать, волноваться. Классно. А что ты ж у меня-то, схемов, можно не пинать его, а поймать его и под... Мне нет, долбанул. Да вы задолбали, алло, дайте мне... Пережми с той стороны. Дайте мне поиграть, пацаны, пожалуйста. Не надо меня вот это делать, я бы хотел его перекрыть. Меня кто-то сейчас в жопу поджопил и все. Нихера себе, Мига боком залетел. What the fuck, what the fuck, вы чё? Так я не видел, кто Антон, я хотел на напряжение взять и перекрыть ему дорогу. Меня кто-то занёс меня и всё. Кто попас из нас через узкую щелочку, да? Никто же не знает, что ты будешь делать. Падал, вы чё, бля, вообще там спите, сука? Когда я играл, бля, вы мне как не в себя. Вообще-то, алло, вы сразу меня зареспавнили, алло. Закрой! Да не могу, сильно долгая машина. Вы о чём? Всё нормально, всё классно. Уже 10, не давай. Закрывай! Всё. Не закрывай меня, парни. Пошел, ну ладно, нахер. Фак, видишь? У него уже один чекпоинт, он сейчас выиграет. Где он там ездит? А что, возле чекпоинта где-то появился? Блять, куда я поехал? Ну, возможно. What the fuck, мазафак. Бля, у меня есть тактика, я понял, как работает эта карта. Нифига он проехал, блин. Да. Даня, а куда ты поехал? По его пути. Не, у меня чуть больше чекпоинтов. Чем на Антона. Охренеть, 3 секунды осталось, брат. Нормально, лови, да, лови, держи. 4 секунды вы меня словите, вы что, думаете, вы меня не трахнете? Не в том смысле. Не давай, куда же вы меня пихаете? Так я и так ему не даю, закрываем. Есть, держи его. Да мне не трудно, парни. Перекрыли, все. Все, в травматологию отправляем. Да, я уже не переспавнюсь. Держим. Он выпихивает меня. Эх, пацаны. Нормально. Застрял, спасибо. Руина в команде. Брат, руина в команде, блин. Ты спасибо, чё, спасибо. Но я все равно не успею, блин. У него 13 чекпоинтов. На один больше, чем у тебя, Антон. На 3, на 2, на 2. У меня был... А у тебя же 12 было. У меня 10 было. На 3 больше, лол. 11 было, Антон 11 был. Я думал, Антон 12 было. Еман, блин. Так. Оу, страшно. Рядом со мной появился справа. Эту сучку отодрать до такой степени, блядь. Я внимательно слушаю, продолжай. Давай. Чтобы у него вообще не было желания. Я еду на машинке этой маленькой, пердульной, жесть. Чё, будем долбить до последнего? Просто поехал. Тотал. Он правильно едет, что я, в принципе, и хотел. Сюда иди, подъедь, поговорить надо. Просто жесть. Хорошо. Пацаны, всех развел уже. Да. Сразу же. Ну все, пипец. Ух ты, она не рулится! Алло, рулись, маленькая засранка. Там чекпоинт у него. Да взял. Ладно? Да ладно. Там у него чекпоинт. Да, Антон, ты врешь. Пните его, ты пишка! Все, началось, началось. Уезжаем, это срочно! Да вы меня пихали, тут схема, блин. Блин, ловите упыря. Где чекпоинт-то? Ой, куда? Даня. Ой, куда ты влетел? Мне кажется, ты не туда поехал, Даня. Алло, ну как же? Ну, Антон, алло, ты вперед мог же проехать, не дать ему выйти. Мог бы. Я, блядь. А почему не проехал? Ну, вы чё, паровозик Томас, идите вы в жопу, понятно вам всем? Долбите его просто. Долби, сучку. Лови. Антона щемите. Бляха-муха. Себя щемим. Раздупляем. Антон. Поехал, блядь. Давай, долбани, пожалуйста. Тебе гад, блядь. Нихера себе он полетел просто. Он сразу поехал туда. Пошли нафиг. Что вы такие агрессивные? Бляха-муха. Давай. О. Блять, там есть рынка другая, я думал с другой стороны зажать. Тема? Чекпоинт, все, пацаны, мы по 6 чекпоинтов, мы проиграли, забили. Ой, бляха-муха! Вот этот момент, где можно было его долбануть хорошенько. Да, и ты воспользовался только на мне этим, блин, почему-то. А что ты его воспользовался? Муха, бляха.
Ты Ваня, забыл, алло, ну, типа он развернулся, я ехал за схему, потому что схема не дал мне первым проехать. А что чекпоинт здесь делать? Что за мясо? Нормально. Вообще-то нет, я не прямо за ним ехал. Где вообще? Схема, встречай. Привет. Да он как просто дела? Мимо меня проехал, гад. Встретил. Я понял, я принял. Главное, я встретил схемов. Тупо, да, главное, дум на вокзале. Он сам врезался. А я сюда не видел. Ладно, лови, я лови, лови, все. Да я сам застрял, это нечестно по отношению ко мне. Где оно ездит, блядь, куда оно дальше едет? Ну вообще по каким-то, я не знаю, тернистым путям ездит. Вот блядь, как поехал. Он здесь проехал, я вообще не понимаю. Пошел обратно, блядь. Иди обратно. Он меня выпихивает, блядь. Я разворотик беру, разворотик. Антон, держи его, держи его. Разворотик. Тихо, вот так. Не пихай, не пихай, не пихай, не пихай, не пихай. Все, 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 все. Да я тоже. Бляха, муха. Ну что я? Да, блядь, схемов. Все нормально, все под контролем. Да, блядь, он переспаунится долго. Молчали бы, вообще взяли, отпустили. Можно я первую передачу врублю же и поеду, спасибо. Ты меня выбил, схемов, блядь. Ну я, короче, не успею. С кого играешь? Схемов, блядь, алло. Че ты меня это? О, хорошо ему влепил. Да там выезд есть хороший. О! Куда, куда улетел Антон, непонятно. Иисус, блядь, куда он Иисус, уехал? Лови-ка его бить, давай. Просрал да, человека. Лови-ка его ага, бить. Блядь. Все, охренел, да ты выкинул. Нихера себе. У меня не переворачивается тачка. Так, F зажми, переспавнись. Собирай чеки, вообще по красоте собирай чеки. Его пошел нахер. 15, слышите вы? Как у меня уже. Он разворот в рот берет. Разворот в рот, берет. В рот, блин. Я так дай им занимаюсь. Минута осталась, минута осталась. Мне кажется, вообще прям заставил внешнюю. Блин, выкидывай эту шлюпок. Бляха, ты муха. Схему вообще просто. Пальмы! Давай, в пальмы, хорош, блин. В пальму его. Разворотик. Бни его. Да, блядь, да не меня, блядь, схема. Полет, ты за кого, блядь, играешь? Да он уворачивается, блядь. Он не уворачивается, он ехал прямо. Я все схема, видел. Блядь, ты меня бесишь, схема, блядь. Ты меня просто выбрашиваешь, блядь. Тебе туда не надо, блядь. Туда не так надо. Ты играл тогда за маленькую машинку, блядь. А куда мне тогда нужно? Я похуй, мне туда нужно, да. Заряжай, блядь, зажимай, зажимай, все, все. Держу, держу, не пните меня. Схемов, не влетай, не влетай. Бляха, муха. Держим, держим. Сидеть, бояться, блядь. Сидеть, сучка, сидеть. Охренеть, просто поймали, да гады такие. А там осталось 10 секунд, да. Слышь, блядь! Вот нахуй ты его выпустил! А ну все! Есть, 13 чекпоинтов я бы взял! У меня вот они чекпоинты были! Все здесь два чекпоинта! Рядом вместе не поймали, я бы взял! У меня в одном месте были два чекпоинта! У меня есть тактика, и я буду ее придерживаться. Сливаться с ним? Давай так же, блядь! Врезайся в столбы, в текстуры, блядь! Я не знаю, что у вас было там, но я достаточно хорошо ехал первое время. Была жопа, а потом мы активизировались на последних чекпоинтах. А куда ты поехал, блядь? Ну, короче, я рез, потому что я долго переворачиваться буду. Что ты делаешь? Я ловлю схемова. Плохо ловишь. Кактусы, схема в Мексику тебя отправляют. Вот видишь, схемов, я тебя так не трахаю. А где? Его нет. С нами. Он меня... Антон. Сорян. Ты это видел, Антон? Меня в кусты отправил. Придурочный, блядь. Ну ты отправил, да. У него там чек-поинт. Мне не в ту сторону надо. Держи, держи его. Стоп. Сзади, сзади, да. А чекпоинты, походу, у всех по-разному, реально. Держим, 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 держим. Схема, нет, брат, ты мышка. Идите в жопу, блядь, ну пожалуйста. Схема, тут прям респавнится. Шакалы, блядь, а? Паршивые. Весь хозяин, гав-гав. Пролез, да, я выяснил. Жопа, блин. Антон, надо ваше место развернуться. Жопа, Данила. Границу пропустила, блядь. Да ты, блядь, дай проехать. Так я выиграл бы сначала и все. Но он времени больше потерял, пока сучка, выезжал. Ну да, кстати, он мог бы просто переспать. Тема, было тебе бы... ж туда не надо, говоришь, да? Ого! Нахрен! Блять, вы его выпихнули туда, куда ему надо, кстати. Ну ничего страшного. Тяу-тяу. Схемов, ты научился водить, блять, схемов! Ты меня бесишь, схемов! Остановись! Блять, я чё не ломается этот? Он в будку уехал нафиг. Будка не ломается, сука. Вот, давай, давай, полицию, полицию. На парковку давай, давай, все. Все, схема, что ты куда ты собрался? Лежать, сосать, бояться, отомстил! Вот все. Мрази, а? Ну-ка бей, вот тут мне чекпоинт, он не трогай меня. Пошел нахер. Все. Оставайся здесь, блядь. А там нет выхода. Он выпрыгнет, сейчас выпрыгнет, выпрыгнет, выпрыгнет. Зачем я сюда заехал? Блядь, дебил. Дырку закрой!
Пока съем. Извините, съел. Все, в тюрьме, пацаны. Мы посадили его в тюрьму, все, он в тюрьме. Схема, я тебе помогу. Не помог. Что ты делаешь, блядь? Я не знаю. Куда-то сюда надо ехать, не понимаю. Блин, шивое место. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Место. Куда сейчас заехать? Куда ты, блядь, по... Закрывай его там. Я туда не могу заехать. Закрывай его там. Блин, я не знаю, куда он выйдет, но закрывай его там. What the fuck, он куда поехал? Я вообще не знаю, он подбитый какой-то. Он отбитый какой-то. Мне кажется, он наркоман, блядь. Нет, наркоман бир какой-то странный. Который щипит нас. Вообще непонятный. А, у него 20 секунд, можно пончики поехать. Я и схему вообще мил, кстати, хорошо. О, погоди, туда меня затолкайте, погодите. Уйди! Да уйдите! Арика, ну уйди! Да нет, все, схема, пошел. Блядь. Ладно, заезжай. Все, сиди там. Куда он поехал? Спрятался такой. Я победил. На этом все. Это были кошки-мышки или же ограбление Веспуччи. Хочешь больше роликов? Не забывай про подписки, лайки, комментарии. Не прощаюсь. И да, на канале много других интересных роликов. Советую зайти посмотреть.